Научно-производственное объединение «Эрго» было создано в 1991 году на базе НИИ материалов электронной техники как специализированное предприятие по производству редкоземельных магнитов. За прошедшие 25 лет «Эрго» выросла до крупнейшего в России и ближнем зарубежье производителя высокотехнологичного оборудования на основе постоянных магнитов. Результаты активной многолетней научно-исследовательской деятельности, мощная проектно-конструкторская и производственная база позволяют предприятию, применяя инжиниринговый подход к решению технических задач, не только совершенствовать и расширять номенклатуру продукции, но и участвовать в уникальных проектах федерального масштаба госкорпораций «Роскосмос» и «Росатом». На предприятии внедрены и активно используются современные средства менеджмента, что обеспечивает эффективное управление бизнес-процессами и их постоянное совершенствование. Несмотря на произошедшие за четверть века многочисленные перемены, неизменным принципом предприятия остается индивидуальный подход к реализации проектов заказчика вне зависимости от их масштаба. Наградой за преданность заказчику служат растущее из года в год количество постоянных заказчиков и расширение географии поставок.